kiss for you. Всем привет, ребята! С вами Дмитрий Вплейс, и в этом видеоролике я расскажу вам про новые добавления в новую версию Майнкрафта 1.2.21. Ну что ж, поехали! Итак, создаем новый мир. Так, что это у нас тут? Строительство замка? А это бесплатно, что ли? Ну-ка, давайте посмотрим. А, нет, это платно, давайте не будем это покупать. Итак, создаем новый игровой мир. Делаем его творческим. Уровень сложности оставляем на легкий. Давайте с вами ключ генерации 999. Дистанция симуляции 8, хотя я не знаю, что это. Давайте включим показать координаты. И здесь вы можете увидеть, что помимо экспериментального геймплея есть Education Edition. Эта штуковина дает нам дополнительные возможности в игре и дополнительные блоки. Ну что ж, ну это для тех, кто химию очень любит. Итак, вот у нас загрузился мир. Значит, мы в него заходим. У нас сзади только что каким-то образом быстро пробежала корова. Но это такая генерация странная. Итак, в общем... А, окей, у нас еще нет кнопок. Сейчас. Сейчас мы их сделаем. Итак, значит, что у нас добавили? Давайте же посмотрим. Итак, вот у нас Education Edition. Это химические элементы. То есть их тут очень много. И есть еще секретный элемент. Давайте возьмем водород. Давайте возьмем водород и кислород. Так, далее здесь у нас ничего нету. Сюда у нас добавили морские соленья. Далее у нас добавили раковину Наутилуса и сердце моря. Здесь как-то странно сердце написано. Ну ладно, в общем. И еще у нас добавили, ну, Education Edition. Здесь у нас конструктор элементов, создатель соединений, лабораторный стол и рассоединитель. К дельфинам вернемся попозже. Итак, вот у нас, значит, морские соленья. Мы их можем ставить 4 на одном блоке. И также они имеют способность светиться, когда мы их ставим в воде. Но вот именно в воде. Можем их ставить на песок и на землю. На гравий мы их не поставим. И значит так. Вот, как вы можете заметить, здесь как раз вот темно. Сейчас как тут плавать неудобно. Итак, вот, значит, ставим, и чем больше мы их ставим, тем ярче становится свет от них. Ну, это очень логично. Вот мы еще ставим, можем еще понаставить здесь много, и будет свет. Сердце моря и раковина Наутилуса, я не знаю, что они делают, но в будущем, наверное, им будет применение. Вот, кстати, тут подводные зомби, или как их там называют. Извините, конечно, что так немножко подлагивает, это потому что, типа, водоросли двигаются, они их, типа, слишком много, из-за них лагает. Итак, давайте рассмотрим, значит, Education Edition, создатель соединений, вот это вот все. Давайте в нем зайдем, конструктор элементов. Ну, здесь нам нужно просто выбрать количество молекул, атомов, подходящий нам выдастся элемент, то есть... В данном случае мы получили кислород. Сейчас мы получили... не помню, что... Ну, в общем, мы получили там... Создатель соединений, я не знаю, на самом деле, как работает. Но это уже для прям тех, кто очень хорошо знает химию. Вот. Значит, лабораторный стол тоже не особо понимаю, как он работает, потому что... Смотри, сейчас будет очень-таки логично, возможно, а может и нелогично. H2O — это вода. Давайте попробуем. Значит, 2H. Так, не это. Так, вот H и O. И объединим. И у нас почему-то ничего не получилось. Наверное, скорее всего, здесь еще не сделали такую функцию, чтобы здесь что-нибудь создавалось. Вот. Ну, в данном случае давайте попробуем по-другому. Давайте попробуем вот так вот. И сейчас разложим вот так.
И что у нас? Мусор. Почему мусор? Ну ладно, допустим, мусор. Так, значит, рассоединитель, он у нас работает проще. Давайте сначала очистим инвентарь. Значит, давайте, вводим clear. И, значит, теперь достаем воду и лаву. А теперь заходим и разъединяем воду на H и O, H2O. И лава тоже вот на там алюминий, там всякое такое. А давайте попробуем, кстати, в создателе соединений собрать. Может быть, получится? Так, 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 так. Окей, у нас не получилось. Ну, здесь многое не работает. Скорее всего, просто это еще не сделали. Ладно, не будем стараться особо. Итак, с этим разобрались. Давайте снова очистим инвентарь. Clear. И теперь мы вернулись к дельфинам. Итак, давайте подлетим к воде. И заспавним. Вот у нас рыбки тут плавают. Итак, вот мы спавним. Они у нас плавают, делают всякие разные трюки. Вот, только что он вынырнул. Давайте переключим гейммод на выживалку. И смотрите, какая штука. Если мы спавним дельфина и ударяем его, это как с волками работает. Если мы спавним дельфина и ударяем его, то все дельфины, которые были поблизости, начинают на вас набрасываться. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а ты решил ко мне лезть, ты... Не стоит их трогать. Потому что они собираются в компашку и просто начинают за вами гнаться. Сюда бы сейчас какую-нибудь музыку эпичную вставить. Нет, они почти меня убили. Ну ладно. Ну вот, как вы видите, нас убили. То есть вот такие вроде как няшные, но при этом очень опасные существа. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. И всем удачи. Всем пока-пока.